Ярким, незабываемым и креативным праздником молодости стал Республиканский форум выпускников вузов страны 2024 года. Позади годы учебы, все пройдено, в руках дипломы, и взрослая жизнь уже ждет за порогом университета. На Республиканский праздник выпускников были приглашены 40 студентов Полесского государственного университета. И это представители всех 4 факультетов университета. Среди студентов – отличники учебы, стипендиат спецфонда президента, член молодежного парламента, победители международных республиканских конкурсов и первенств, в том числе и спортивных. В числе 3000 выпускников полсотни высших учебных заведений Беларуси делегация регионального вуза выступила единой дружной командой во главе с ректором Валерием Дунаем. Каждый получил неизгладимые яркие впечатления от участия в молодежном празднике, в программе которого дискотека, выступления кавер-бендов, артистов и диджеев. Кульминацией торжества стало появление символа крылатой мечты – парусника с алыми парусами. Меня вдохновила речь министра образования Андрея Иванца, который вдохновляет специалистов на постоянное стремление к самосовершенствованию, к профессиональному развитию и личностному росту. Он поощряет молодежь и их активную роль в обществе и считает, что мы будущее поколение, которое способно улучшить страну и мир в целом, что вызывает чувство гордости за нашу страну и веру в молодое поколение. Меня больше всего впечатлило количество действительно талантливой молодежи, которая, по моему мнению и по мнению руководства нашего государства, действительно достойно строить будущее нашей страны. Данный праздник стал такой яркой точкой в нашей студенческой жизни. Надеюсь, дальнейшая жизнь будет не менее яркой, чем наш выпускной. Для нас было очень почетно и волнительно присутствовать на таком масштабном празднике выпускников. Конечно, огромную массу эмоций получили. Это выступление зажигательных ведущих, диджеев, артистов. Главным хедлайнером вечера было выступление Клавы Коки. И кульминацией, конечно, вечером было появление парусника с алыми парусами и зажигательный, яркий, вообще самый масштабный, наверное, фейерверк нашей жизни. Все эти ребята уже получили распределение и в августе приступят к работе на своем первом рабочем месте. Кстати, многие из них будут трудиться в организациях и учреждениях нашего города. Некоторые продолжат учебу в магистратуре. Но все они уверены, их ждет будущее, которое подарит им немало ярких мгновений молодости. В будущем хотелось бы оправдать ожидания преподавателей и близких, показать себя как опытного специалиста со знаниями и достичь, конечно, успехов в своей профессии. Работал я еще на третьем курсе, это раз. Вот работать буду там до сих пор, туда распределился. Работа очень нравится, Полесский предоставляет хорошие возможности студентам. Учился на факультете здорового образа жизни, также дальше планирую поступать в магистратуру, чтобы в будущем беспрепятственно работать, чтобы остаться, может быть, в Полесском, работать, продолжать вместе с любимыми одногруппниками, уже не только одногруппниками, но и коллегами, видеться также с преподавателями, которые очень большой аспект вложили в мое воспитание. У вчерашних выпускников, сегодняшних молодых специалистов, все обязательно получится. Для этого у них есть все. И какими бы они разными ни были, какую бы профессию ни выбрали в жизни, их объединяет одно – стремление сделать свою страну, да и весь мир лучше. И мы желаем им доброго, светлого пути.